А? Вкусно же. Может быть, от рук остается запах, а она пока не доверяет. Он пытается в нее зарыться, в эту улитку. Нет, слушай, улитка. Вот червь, да. Улитками. Оп, оп, оп. А от земли что очищает, да? Да. Аж землю-то зачем есть? Для витаминов. Все, почти. Она даже с бортика, пока ты уходил, сняла червяка. Умница. Даже мелочь подобрала. А давай десертного забросим. Это какой? Ну, мы там поймали несколько таких. В сахаре. А она понимает, когда она наестся? Да, конечно, у нее есть порог насыщения. Она откажется есть. Это не собачка, да? Угу, не коровка, не собачка. Подержи, может, она на лапки встанет. Служить будет. Но на передней, я так понимаю, да? Смотри, какой червяк. Ну, отпусти. О, борьба крота с червем. А червяк может съесть крота? Ну, когда крот помрет, червяк его обязательно съест. Вот этого крота, я думаю, да. Наелась. Скорее всего, да, откровенно наелась уже. Половину отожрала от червяка. Ну, просто наелась. Мы же пустим червей просто еще в ведро-то. Ну, это страховочные, да? Там они и есть сейчас в ведре. Все, уже игнорируем. Не, все, надо пересаживать. Из обоих этих ведер. Это земля. Твой родной дом. Просто как у